свете, на нашей солнечной планете. Природа снова оживает, звенит, цветет, благоухает. Сегодня праздник в нашем зале. Каких людей мы здесь собрали? Здесь море умных, чистых глаз. Здесь молодость чарует нас. Добрый день всем, кому уютны и близки стены этого здания. У нас праздник, и мы рады друзьям, гостям, словом, всем тем, кто радуется и грустит вместе с нами. Сегодня у нас не обычный день, а выпускной. Учащиеся 9 классов получат аттестат о всеобщем среднем образовании, который позволит поступить в среднее специальное образовательное учреждение или продолжить обучение в 10 классе. Поприветствуем выпускников 9 классов и классных руководителей. 9 А класс. Классный руководитель Микаева Елена Александровна. Прекрасными и хорошего начала, по расписанию лодка причала, выходит плаванием в другие гавани, на берегу волнения папы с мамой. Еще бы, в принципе, совсем детишки, 15 лет, не взрослый возраст слишком, но выбор сделать многим предстоит, а сделал кто, тому пора отплыть. Покинет самый первый свой причал, родную школу, где начало всех начал, где получил звание ученик и в первый раз назвался выпускник и сдал экзамены на первый аттестат, здесь первый выпускной зовет ребят. Торжественная церемония вручения аттестатов за курс основной школы объявляется открытой. Об основном образовании. И начнем.
участие в жизни школы и класса, за ум, за смелость во владении знаниями, за стремление преодолевать любые испытания, активную жизненную позицию. Добрынин. Награждается Власова Анна за достигнутые успехи и многолетнее
Шамутинского района. Это черная книжечка. Значки. Молодец. Также вручается грамота Ане за активное участие в творческой жизни школы. Амутинского муниципального района.
начальник отдела культуры и спорта молодежной политики Коновалов Павел Александрович. Ангелина награждается грамотой за активное участие в спортивной жизни школы. Грамота вручается за добросовестное отношение к учебному и творческому процессу. Также Даниил награждается грамотой администрации Мутинского муниципального района
за активную жизненную позицию и большой вклад в развитие волонтерского движения Алматинского муниципального района. А также грамотой награждается Петров Даниил за проявление гражданской позиции, умение принимать решения и притворять их в жизнь, способность к самообучению, умение работать в команде. Спасибо.
активную жизненную позицию и большой вклад в развитие волонтерского движения Мухинского муниципального района, начальник отдела спорта Коновалов Павел. Спасибо.
поздравляем тебя с вручением аттестата и награждаем тебя грамотой за добросовестное отношение к учебному и творческому процессу. Что бы вы ни решили, вы всегда знаете и помните одно.
Мы вас всегда ждем. Те, кто придет на линеечку 1 сентября, мы с удовольствием вас встретим. Те, кто решит уйти из школьных средств, продолжить свое обучение в другом учебном заведении, пусть у вас все сложится и получится. А мы вас будем ждать на вечере встречи. Да и просто так, если вам что-то захочется узнать, спросить, поинтересоваться, да просто прийти и посидеть за своей любимой партой школьной, приходите в школьные двери, всегда открыты для вас. Всем успехов! Детство сегодня растает как дым. Девочки стали такими красивыми, глаз невозможно от них отвести. Только вы были всегда мы счастливыми, жизнь вам открыта в большие пути. Мальчики взрослые все, без сомнения, все возмужали и вас не узнать. Господи, дай этим детям везение, чтобы не взгоды и горе не знать. Слово для поздравления выпускников предоставляется Микаеву Елене Александровне и Степанову Александру Михайловичу. Каждый год из класса в класс.
Слово предоставляется первым учителям – Фатюшиной Татьяне Васильевне и Григорьевой Татьяне Николаевне. Ребята, я поздравляю вас с окончанием 9 класса. 9 класс особенен тем, что часть ребят решают остаться в школе учиться, часть уходит в другие учебные заведения. Я хочу пожелать вам, независимо от того, где вы будете учиться, определиться, чего вы хотите в жизни. А когда цель ясна, то и дорога к этой цели будет прямая. Но знайте, что человеку все дается трудом. Умейте дружить, цените дружбу, любите и берегите своих родителей и свою родину. Уважаемые родители, вам я хочу пожелать здоровья, благополучия и стабильности. А своим коллегам, те дети, которые идут в 10 класс, чтобы радовали вас своими успехами. Всем всего доброго. Дорогие ребята, мы помним, когда вы пришли к нам совсем маленькими. Когда боязливо смотрели, ходили гуськом за нами, чтобы не потеряться. Сегодня мы взрослые. 9 класс – это ступень между детством и взрослостью. Я желаю вам только успеха, чтобы все впереди у вас сложилось. Неважно, в школе вы останетесь или пойдете еще куда-то. Пусть вам все удается, все получается. Но удастся и получится только благодаря вашему труду. Будьте здоровы, будьте счастливы. Приходите к нам в школу. Мы всегда вас будем ждать. Удачи вам, счастья и здоровья. Человек рождается на свет, чтобы всем своим существом придать мирозданию новые краски и оттенки. Взрослея, он познает этот мир порой ценой серьезных ошибок. Чтобы жизненный путь был не столь тернист и труден, вас сопровождают и опекают верные друзья, наши родители, искреннюю помощь, которую мы не всегда оцениваем. Вас спешат поздравить ваши родители. Присутствующие здесь гости, педагоги. Сегодня у нас с вами большой праздник. Сегодня наши дети окончили 9 класс и получили аттестат. Но немного и грустно, ведь предстоит расставание. Кто-то из детей останется в стенах родной школы, а кто-то покинет ее и уже этой осенью станут студентами. Но как бы там ни было, дети, нам очень хотелось бы, чтобы вы сделали правильно. Пожалуйста, не забывайте, цените родительскую любовь, ведь именно мы будем с вами в трудную минуту. Живите достойно. Так живите, чтобы вы были гордостью для своих родных и близких. Удачи вам, ребята, всем! Каждому присутствующему здесь родителю казалось, что выпускной очень далеко. Но не успели мы оглянуться, как он уже настал. Сложно сказать, какие чувства нас переполняют. Гордости, немного, наверное, грусти. Но я точно знаю, что мы искренне благодарны всем преподавателям этой школы. Я благодарен вам, дорогие преподаватели, за внимание, за заботу к своим ученикам. За то, что вы не сдавались даже тогда, когда они уже сами сдавались и не видели поставленной цели. Спасибо, что верили мне. Вы хорошие люди и прекрасные преподаватели. Кроме того, без тени сомнения, я хочу поблагодарить вас, Елена Александровна. Благодаря усердному труду, таланту, преподавателю, терпению, умению правильно общаться со школьниками, вы смогли научить детей всему, что им может пригодиться в дальнейшем. Ваш труд поистине бесценен. Дети очень часто вас говорят, они любят и уважают вас. А этого дорогого стоит. Пусть ученики вас слушаются, коллеги понимают. Счастья вам, Елена Александровна. Ну и, конечно же, от лица всех собравшихся здесь родителей хочу поздравить выпускников 9 классов. Пускай цели, которые вы перед собой поставили, обязательно будут достигнуты. Никогда не сдавайтесь и обязательно добьетесь своего. Мы верим в вас и очень любим. Большинство достойно справились со своей задачей и успешно сдали экзамен. Вы просто молодцы. Теперь у каждого есть аттестат, в нем только ваши оценки, ваших знаний. Это путевка на пароход под названием «Жизнь».
Пусть не всем достались каюты первого класса, но еще будет время исправить все и добиться большего. А пока веселитесь, радуйтесь молодости. Также хочется пожелать вам много-много счастья, крепкого здоровья. Пусть ваши вероятные мечты обязательно сбудутся, а школьные друзья никогда не забудутся. Всегда идите вперед, не забывайте о том, что мы, родители, очень вас любим и всегда ждем домой. Не забывайте учителей, которые дали вам знания и свою заботу. Пускай всегда с вами будет ангел-хранитель. Удачи вам!